Стихотворение Веры Кушнир «Уединение». Бывает иногда такое настроение, когда ничто тебя не веселит. В груди не сердце мирное биение, а что-то твердое тревожит и болит. Когда все люди кажутся фальшивыми, и говорить не хочется ни с кем, и разговорчивые кажутся болтливыми, и, слыша их рассказ, ты думаешь, зачем? И хочется бежать, схватив себя за голову, куда-нибудь подальше от людей, и сердце боль тяжелую, как олово, тихонько выплакать прочь из груди своей. Побыть совсем одним, и чтоб никто не спрашивал, пытаясь понять тоску твоей души. Кто сердце скорбь давно в груди вынашивал, тому приятно быть наедине в тиши. Ведь только в тишине ты можешь Бога чувствовать, и только в тишине ты видишь сам себя. Наедине с Творцом ты не хитрить, не мудрствовать не станешь, как с людьми хвалу и лесть любя. И потому сам Бог дает тебе стремление уединиться, быть самим собой. Без тяжести в душе не вкусишь облегчения. Бог посылает все, Он хочет быть с тобой. И знай, когда приходит настроение, когда тебе весь опротивил мир, Господь зовет тебя в уединение. Там для тебя готов духовный пир. Из пира ты уйдешь, и сытым, и напоенным забьется сердце ровно и легко. Польется песнь хвалы со струн души настроенных, и грудью полною вздохнется глубоко. Аминь.